Всем огромный привет! С вами Оксана, и сегодня я расскажу, как связать вот такую вот кофточку или джемперок спицами. Размер 46-48, но я сейчас вместе с вами все замерю сантиметровой лентой, и вы уже сориентируетесь, на какой это будет размер. И давайте о пряже сначала, наверное, поговорим. Я вязала ее из пряжи Болеро. Данную пряжу есть в интернет-магазине Пряжа Су. Мне пришла она оттуда. Я заказывала 500 грамм. И вот осталось 3 моточка. И еще чуть-чуть. Значит, 350 грамм расход на данную кофточку. Состав у нее 50% хлопка, 50% вискоза. Так, где вот? Болеро, 50 хлопок, 50 вискоза, 50 грамм, 140 метров, и цвет этого липа номер 19. Вот они характеристики. Но я ее не утюжила, так написано утюжить. Я просто постирала ее в стиральной машине. Ничего не растянулось, никуда не потянулось. Вообще отлично повела себя пряжа после стирки. Не покрасилась, ничего в стиральной машине стирала. И давайте... Так, внизу под видео я оставлю, конечно же, промокод на скидочку вам в интернет-магазине. И давайте померим. Снизу идет вот такой вот красивый рисуночек. Ну, наверное, давайте сначала расскажу, как я ее вязала. Вязала я ее снизу вверх, начиная от резинки. Резинка здесь идет, вот она, скрещенными петлями. Дальше идет вот такой вот ажурный узор. Спицы, кстати, номер 3. Вот такие вот. Можно вязать все одними спицами. Номер 3. Я попыталась низ 2,5 взять, но зря. Я потом специально после стирки так растягивала, чтобы она была на бедрах свободно, не обтягивала. И потом в итоге я решила, что надо было брать спицы номер 3. Все резинки по низу на рукавах, но на горловине спицы номер 2,5 я брала. Все, вязала снизу вверх единым полотном, вот по краям нету швов, все вяжется по кругу, я вязала, вязала по кругу. Дальше, смотрите, вот есть, идет вот такое вот скругление, так как рукава, они идут тоже цельные, все полотно идет цельное, сейчас я это все уберу, все идет цельно, вот здесь идут скругления. Добавляются с двух сторон, идут добавки, вот здесь выделяется одна петля, и с двух сторон от нее идут прибавки. Это все я покажу дальше вам, девочки, все досконально. Вот здесь дальше добавляются петли, и я набираю в одну и в другую сторону, здесь шва тоже нету. Ну, здесь такие дырочки, ну ничего страшного. Все, набрала резинку, потом вязала, когда было готово все изделие. Вязала, вот здесь вот эти боковушечки вывязала, потом подробно скажу, добавила вот здесь, по-моему, 15 петель, вязала прямо, дальше на горловину закрывала петли, здесь провязала, вот когда здесь было 16 сантиметров ширина рукава, но надо было пошире взять, либо 17, либо 18 сантиметров, так как здесь у меня в обтяжку. И сделала скос плеча, такой частый скос плеча, все расчеты я покажу. И вот здесь я закрыла крючком вот этот шов, но я его не утюжила, не отпаривала, ничего не делала. Все, когда я здесь шила по горловине, видите, спереди глубже у меня, сзади не такая глубокая горловина. Итак, вывязала горловину, все, закрыла петли. Дальше потом набрала вот здесь петли и сделала ложную кетлевку с двух сторон и провязала. Соединила и провязала резиночку один на один. Сначала начала троечкой, потом перешла на 2,5 и уже туго связала и просто обычным способом закрыла петли. Дальше я набрала петли вот здесь по краям, вот так это снутри выглядит, здесь ниточки,
И все. И связала резинку один на один. И закрыла способом на канале Северное вязание. Кстати, вот это закрытие петель. Можете пройти и посмотреть. Отличный способ. Я, наверное, оставлю ссылку по вот этому закрытию петель. И вот так вяжется. И теперь давайте все померю, вам расскажу. Итак, берем сантиметр, измеряем. Ширина вот эта снизу у меня 50 сантиметров. У меня обхват бедер 107, 110, где-то так. И вот здесь оно все вот тянется. Вы вначале видели, как оно, что на мне сидит. Вот 50 сантиметров. Дальше я вязала прямо. Но вот здесь с краю убавочки есть. Вот. От узора я начала убавлять. По 2 вместе провязывать вот здесь. Вот одна убавка. Вот вторая убавка. Третья. Четвертая. 5. 5 убавлений я сделала, а потом уже идут прибавления. Все, я сделала 5 убавлений. У меня обхват груди 95, и у меня вот здесь до прибавлений стало 47 сантиметров. Видите? Когда вот на вот это я добавила, получилось. Вот здесь ширина 54, по-моему, да, 54 сантиметра. Все. И давайте всю длину вам скажу от горловины, как бы мне это померить. Ну, размер 46-48, здесь очень легко вроде бы варьировать. Так, сейчас разложу и замерю, сколько вся длина. Вот вся длина у меня 65 сантиметров. Потом длина до вот этих прибавлений 42 сантиметра. Вообще я хотела покороче, но так получилось. Вот эти прибавления 5 сантиметров. И не знаю, что еще померить. Рукав. Рукав узковатый. Здесь вот, ну, должно быть 16 сантиметров. Вот он. Узковато, конечно, ну, надо было пошире мне сделать 15, я хотела 16, но так получилось. Все. И теперь, наверное, переходим к основным моментам. Это к узору, расчетам и всем остальным. Всему остальному. Сейчас я опущу камеру. Переходим к расчетам. Вот, вы видите более ближе рисуночек. И смотрите, я вяжу образец. Вот, связала образец. Начинаю прям все по порядочку. Связала образец. Беру линеечку. Ну, можно линеечку, сантиметровую ленту. У всех какая ошибка? Это в измерении образца. Девочки, вот в последнее время частенько я на это смотрю. Сейчас я вот прям пониже опущу и прям покажу, как измерять образец. Вот часто меня спрашивают. Смотрите, я вот, наверное, плохо это видно будет. Я беру, вот так, наверное, беру вот так, и от начала петли, вот, от начала петли, ну, конечно, не на руке это делаю, на горизонтальной поверхности, вот так, вот, чтобы было ровно от начала, не от начала вот этой кромочной я измеряю, не от начала вот этой кромочной измеряю, а от начала петли. Вот. Вот, видите, у меня начало петли. Где ручки нету? Так, давайте спицей покажу. Вот начало петли у меня. И от него. И смотрю, что вот так ровно, вот у меня ровно петля заканчивается, значит, я буду считать, сколько в 8 сантиметрах петель у меня, да? Я там считала, что у меня образец 22 петли 10 сантиметров. Вот 10 сантиметров, видите, у меня. Они вот начинаются прям петля.
Вот начинается петля и заканчивается 10 сантиметров. Я посчитала, что здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 петли. Все, я посчитала образец. Но знаете, еще такой момент. Например, у меня плотность по кругу, я вяжу плотнее. И это тоже надо учитывать. Хотя вот недавно я другой момент отмочила, но это другой. И дальше, смотрите, мы померили, да, образец. 22 петли, 10 сантиметров. Дальше мы решили, что обхват груди у нас 95, добавили на свободу облегания 5 сантиметров, будет 100. 22 петли 10 сантиметров, 22 делим на 10, 2,2 петли в одном сантиметре. Но обычно я так не делаю, а я сразу 22 делю на 10, и там что остаточки я умножаю на 100. Но здесь, видите, я округлила. Будет 220 петель. Раппорт узора 14 петель, вот сюда не смотрите. Я 220, вот эти, которые у нас получилось, разделила на 14. У нас получится 15,7 раппортов нам надо. Я округлила до 16 раппортов. 16 умножил на количество петель в раппорте на 14, будет 224 петли. Значит, на резинку я набираю 225 петель набрала. Замкнула одна петля для замыкания в круг, вот я даже написала, и на 224 петлях я вязала резинку 1 на 1 со скрещенными петлями. Все, и давайте покажу. Берем спицы, берем моточек и набираем. Ну, я наберу, чтобы два раппорта получилось, это 28-29 петель, значит, мне надо. Набирала самым обычным способом. Вот таким вот. Раз, первую петлю, и самым обычным способом, вот я набрала 225 петель. Все, вот так, если хотите, берете и набираете 225 петель. И сейчас покажу, как я замыкала его в круг. Смотрите, вот набрали мы петли. И замыкаем в круг. Мы с левой на правую перекидываем, подхватываем петлю и протягиваем. Все. Замкнули в круг, подтянули. И начинаем вязать резинку. Ну, конечно же, ставим маркер и вяжем резинку. Первый ряд у нас просто идет лицевая, изнаночная, как бы вы вязали обычными петлями. А со второго ряда уже начинаются скрещенные петли. Вот таким вот образом провязываете первый ряд. Провязали первый ряд. Следующий ряд мы вяжем скрещенными петлями. Как мы вяжем? Если бы мы вязали обычными петлями, то мы вот так за переднюю стенку, да, лицевую вязали. Но нам надо скрещенные петли. Мы скрещенные петли провязываем за заднюю стенку лицевой. И петля у нас, вот она, скрестилась. Изнаночную петлю я провязывала обычным способом. А лицевую снова вот за заднюю стенку, чтобы она была скрещенной. Вот она скрестилась. Изнаночную опять обычным способом, лицевую за заднюю скрещенной. И вот таким образом я вязала резинку. Сейчас я вам покажу ближе ее. Изнаночная. Вот смотрите. Вот такая вот резиночка получается. Видите? У нее петли скрещены, а с обратной стороны обычная. Вот она резинка. И вот так вяжем резинку. У меня здесь, сейчас скажу, сколько рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. И это
сколько сантиметров? Ну, 3 сантиметра, грубо говоря. Резиночку. Вяжем резиночку. 10 рядов. Дальше я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых рядов просто по кругу. И уже дальше вывязывала узор. Вот он, узор идет. Все, вяжем резинку 10 рядов, 6 рядов лицевой гладью. И потом будет узор. Сейчас я расскажу, где какая петля там. Смотрите, вы связали, да, вот лицевую гладь, резиночку. И переходим к узору. И смотрим узор, схемку. Смотрите, здесь по-русски, конечно, ничего не написано. Вот видите, обозначение все есть, но по-русски ничего нет. Я не знаю, на каком это языке, но мне это не надо знать. Я и так знаю, что здесь. Пустая клетка, вот это лицевая петля. Вот это обозначение, это две вместе с наклоном. Вот, влево. Вот это обозначение, вот оно иногда вот так палочками, оно удобнее, когда вот такими палочками. Это две вместе с наклоном влево. Вот здесь вот так, вам, наверное, плохо видно. Вот. Давайте вот так поближе. Вот эти палочки, это две вместе с наклоном влево. Вот эти палочки, две вместе с наклоном вправо. Вот такая, это накид. Пустые клетки, это лицевые петли. Стрелочка вниз, это две вместе с наклоном влево. Лучше, конечно, их обозначать вот так. Еще бывают вот треугольнички, вот здесь вот такие вот. Вот, я предпочитаю, когда вот так палочки нарисованы. Вот это значит две вместе с наклоном влево. А вот здесь вот эти палочки, это две вместе с наклоном вправо. Все. Здесь вот так будет. Дальше смотрим. Это у нас накиды. Это идет лицевая петля. А вот эти петли, вот они, это изнаночные петли. Вот как вы видите, вот здесь вот идут изнаночные петли. Вот она, вот узор, зигзаг идет. Вот, если рядом так показывать, вот зигзаг идет, изнаночные петли по центру. Вот она, лицевая идет. Здесь лицевые. Все, вот таким образом. Здесь тоже две вместе с наклоном вправо. Вот эти петли идут. Вот эти стрелочки, две вместе с наклоном влево идут. И вот здесь одна, вот она, петля. Это три петли вместе. Вот здесь у макушечки три петли вместе провязывала я. Все. Дальше будут лицевые петли идти. Вот здесь лицевые петли получается. А здесь лицевые петли и вот этот узор. Здесь очень просто, просто вяжется накид, две вместе с наклоном влево. Здесь две вместе с наклоном вправо, накид, одна лицевая, накид и две вместе с наклоном влево. Ну, как это обозначается на схеме? Вот, давайте я покажу. Вот накид, да? И вот две вместе с наклоном, вот так. Здесь идет лицевая, вот здесь накид идет, и две вместе с наклоном, вот треугольнички такие рисует частенько. Здесь тоже накид, и две вместе с наклоном влево. Вот, схематически, вот это сверху, что у меня. И вот эта штучка, она идет через 12 петель. По-моему, 12, если не ошибаюсь. Вот этот первый накид через 12 петель идет. И, по-моему, 10 рядов между ними я делала. Но это все на глаз. Этот узор можно заменить, он не такой сложный. Ну и давайте, наверное, покажу начало схемы.
вот эти основные моменты, вот это, что две вместе, как я провязывала. Схема идет через один ряд, вот первый, второй идет по узору, третий, пятый, видите, здесь обозначения идут. И вязала я до 63 ряда. Дальше я уже изменила все. И давайте вместе начнем схемку вязать. Вот просто смотрим начало. Первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых идет. Берем и вяжем. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лицевых провязали. Накид. И 2 вместе с наклоном влево. Значит, петли мы вот эти. Сейчас поближе сделаем. Так, петли мы, вот накид, вот эти петли, видите, вот она правая стенка, нам надо развернуть, чтобы правая стенка была за работой, одеваем и 2 вместе провязываем за заднюю стенку, и вот получилась петля с наклоном влево, и дальше у нас идут 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, и смотрим, 1, 2, 3, 4, 5 провязали и снова начинаем сначала. А вообще потом как считать, вот 1 2 3 4 5, да, 6 7 8 9 10 11 12, значит потом идут 12 лицевых, накид, 2 вместе, 12 лицевых, накид, 2 вместе, и вот так вяжу. У меня просто оно переворачивается тут. Вяжем 12 лицевых, накид, 2 вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 2 вместе. Переворачиваем вот петли 2 вместе и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Это у меня так. И вяжем по кругу. Второй ряд, это у нас, он идет ряд. Все петли лицевые вяжутся, и накиды, и все-все, второй вот ряд, все петли вяжутся обычным способом лицевыми. Видите, накид, все-все петельки за переднюю стеночку я вяжу лицевыми. Здесь я сейчас переворачиваю, а так вы это будете вязать по кругу. И ничего не переворачивать не будете. У меня тут два рапорта. Образец, конечно, на грани фантастики. Ну, просто сразу не стала снимать. Думала, у меня ничего не получится. И вернее, я же распускаю, все равно придумываю что-то. И сразу снимать все равно не получается. Я ж не буду 10 кофт одинаковых вязать, чтобы снять мастер-класс. И смотрите, третий ряд. Сейчас я покажу просто, как делается наклон вправо, как делается наклон влево. Отсмотрим, тут тоже считаем. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Потом 2 вместе. С наклоном вправо мы за переднюю стенку берем и провязываем 2 вместе, вот с наклоном вправо получилось. Потом идет накид, лицевая, вот где был накид, теперь у нас тут идет лицевая, накид и 2 вместе с наклоном влево. Мы петли просто вот так переворачиваем и провязываем 2 вместе с наклоном влево. Провязали и дальше вот смотрим, что по схеме там 4 лицевые. Все. Вот так мы вяжем вот эти вот зигзаги. 2 петли я вам показала, как провязывать с наклоном вправо. Вот эти как с наклоном влево. Здесь идет то же самое. 2 петли с наклоном вправо. 2 петли с наклоном влево.
Вот это изнаночные петли, не забываем, что это у нас изнаночные петли. Это накиды, это тоже лицевая петля. Видите, оно все повторяется. Две вместе снова, видите. Только смотрите, здесь теперь вот сначала с наклоном влево петли шли, потом они стали с наклоном вправо, эти петли, и накиды после уже. И накиды уже после, видите. Вот они идут. Здесь тоже лицевые идут. Это накиды. Здесь с наклоном вправо петли идут. Здесь лево. Ну, я думаю, понятно. Здесь одно и то же. Это у нас лицевые изнаночные. Две петли с наклоном влево, две петли с наклоном вправо в накид. И вот они, три петли вместе. Могу их еще показать просто, как три петли вместе провязываем мы. Так, три петли вместе, да? Вот лицевая там идут, да? Петли накид, накид и три петли вместе. Вот они, раз, два, да? Вот она, правая стенка. Я завожу две петли вот. Захватываю, разворачиваю, вот эту третью петлю тоже разворачиваю, надеваю две петли, видите, развернула я спицу, захватываю третью петлю, захватила, и вот они, три петли вместе с общей вершиной, накид, и все, и дальше вяжем уже лицевыми там по узору. Все, вроде бы схему так-то я рассказала более-менее. Ну, а потом вы уже вяжете лицевыми петлями и делаете узор. Вот сейчас я вам покажу. Так. Вот она вся эта схема. Вот она, видите? Две петли вместе с наклоном вправо, две петли вместе с наклоном влево. Вот я вам показывала накиды. Вот тоже две петли вместе, вот они тоже идут. Вот, идут. И вот, смотрите, я закончила, здесь лицевые петли, и вот посередине, как определить, вот она, вот эта центральная идет петля, да, вот она. Значит, вот здесь вот вы вяжете две петли вместе с наклоном лево, а вот по центру, вот он, идет накид, все. И дальше тоже так же смотрите, но здесь я говорю, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, через 12 петель. Вот 2 вместе сделали, 12 петель отсчитывайте, накид 2 вместе, все. Так и вяжем через, по-моему, 10 рядов. Все, вяжем нужную нам длину вниз, ну там до подмышки или как вам нравится. И потом убавочки. Вот они идут сразу же, как мы узор закончили, вот у меня сразу первая убавка. Убавки у меня через, сейчас скажу, 5 рядов, по-моему. Через 8 рядов я делала их, по-моему. Вот убавка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, через 8 рядов я делала убавку. Вот убавка, 8 рядов убавка, 2, 3, 4, вот 5 убавочек я сделала. Сбоку. Но здесь тоже убавки. Две петли вместе с наклоном влево, две лицевых, две петли вместе с наклоном вправо. Все. Дальше смотрим. Вот здесь по центру. Так. Две петли, оказывается, под мышкой по краям. Вот это. Вот оставляем две петли. Вот две петли. Прям маркер я поставила. И по краям от нее через один ряд, по краям от них через один ряд я делала прибавление. И сколько же я прибавок делала? 16 петель, да, получается. Я делала прибавки. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, 16 петель я добавила, но... По 8 прибавлений. 1, 2, вот 3, 4, 5, 6, 7. 8 прибавлений я сделала через один ряд. 8 раз с одной стороны, 8 раз с другой стороны через один ряд. Сейчас покажу, как я их делала.
прибавления. Отметили 2 петли. Прям маркеры вы ставите, вот 2 петли отмечены, да, у вас. Прям маркеры поставили, 2 петли отметили, все. И вяжем, вот вяжем, доходим до 2 петель. И помните, как мы реглан прибавляем петли? Из протяжки мы поднимаем петлю, это с правой стороны, поднимаем и делаем прибавление за переднюю стенку лицевой скрещенной, провязываем. Вот, вот такой лицевой скрещенной. Вяжем 2 лицевые. Снова, смотрите, прибавляем вот таким вот образом, накидываем протяжку и провязываем за заднюю стенку лицевой скрещенной. И получилась вот такая вот прибавка с наклоном влево. Все. И вяжем дальше по кругу. Вяжем по кругу, соблюдаем узор, все как положено. Вот сделали прибавление. Следующий ряд мы вяжем просто по кругу. Вот эти прибавления проезжаем, провязываем. Потом через провязали один ряд. В следующем ряду снова делаем прибавление. И так я делала 8 раз прибавления. Ну, с каждой стороны по одной 8 раз. Вот. Вот. Вот эти прибавления. Дальше что мы делаем? Дальше, когда мы сделали все прибавления, все, мы разделяем наши изделия пополам. 149 петель у меня, по-моему, получилось сейчас. Если 224 петли, мы добавили 16 с двух сторон, ну, там еще убавили 10. Ну, у меня тут написано 149 петель. Ну, смотрите, может, у вас по-другому будет сейчас. Вот, вы провязали, сделали вот эти все прибавки, да? Делим пополам, все, делим пополам. Вот эти 2 петли, мы уже их обозначили. И делим одна, вот, пополам это изделие. Все. Дальше мы прибавляем ровно вот так. Ну вот пополам у нас. Вот разделено, да, пополам. Вот мы вяжем, да. И раз, и добавляем 16 вот так петель. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. 6, ну, смотрите сами, сколько вы хотите, 7, 8, 9, 10, ладно, 10 добавлю, но вообще я тут 16, по-моему, добавляла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, да, я здесь добавила 16 петель. Все, добавили петли и вяжем поворотными рядами туда-сюда. Начинаем вязать по узору, вот. Раз, сняли. Это изнаночная сторона, значит, вяжем изнаночными. Ой, там подцепить бы как-нибудь. Вот таким вот образом вяжем поворотными рядами. Сейчас покажу. Вот эти петли, что набрали, провязываем. У нас будет перед и спинка теперь вязаться отдельно, по отдельности. Вот таким вот образом мы вяжем. Я не знаю, на чем там фокусируется моя камера. Вот, вяжем здесь, вот перед, да, который мы вязали. Вот так провязываем и делаем прибавление на второй рукав со второй стороны. Вот так провязываем. Довязали, да? И делаем снова вот такое вот прибавление. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7,
8, 9, 10. Все, добавили, перевернули и вяжем теперь в обратную сторону. И вяжем туда-сюда. И смотрим, где мы хотим сделать горловину. Сначала вяжем спинку, а потом уже спинку переворачиваем наперед, примеряем и смотрим, какой глубины вы хотели бы сделать по переду. Сейчас я расскажу, как я там. Блин. Тут, конечно, проблематично будет. Да, еще такой момент. Сейчас я вам покажу, как я потом вторую часть начинала вязать. У меня же там нету шва под мышкой на рукавах. Я вот вязала одну часть. А давайте мы сейчас закончим со спинкой и расскажу, как перед. И вот, и начинаем вот здесь вязать. Все, вот таким вот образом вяжем переднюю. Ну, давайте спинку. Спинку вяжем вот теперь таким вот образом. Отдельно спинку поворотными рядами. Я сейчас провяжу несколько рядов и включусь. Смотрите, вот вяжем поворотными рядами. Да, вот она спинка. По спинке, ну вот такой, вот что у вас получится. Вот, например, она спинку вы вязали, да, перед у вас, например, вот он на спицах отдельных висит, вот так. А только спинку вяжите поворотными рядами до ширины рукава я вязала. Вот я, например, хотела 16 сантиметров рукав, я его связала. Померила сверху самое большое место руки, ну вот как бицепс или как он там называется. И вот связала 16 сантиметров, да, вот он, 16 сантиметров. И когда я делала скос плеча, я сразу делала убавление в горловине. И смотрите, скос плеча, и как я рассчитала. Скос плеча, я посчитала, что у меня 5 сантиметров. Это 16 рядов. Значит, 16 рядов, но я же скос плеча буду делать не в каждом ряду, а через ряд, значит, поделил на 2. За 8 разворотов я должна сделать скос плеча. Дальше еще такой момент. Пройму. И, например, я 25 сантиметров решила вот здесь. У меня 25 сантиметров. 25 сантиметров с учетом того, что мы еще довяжем вот здесь ведь резиночку. У нас добавятся еще петли и как бы горловина сузится. Я взяла 25 сантиметров и это у меня получилось, что так, 55 петель. Что 55 петель, да, вот у нас. Так как вот здесь вся вот эта вся длина, вот с рукавом, вот это все, горловина, вот это все, 149 петель, я отняла 55 петель вот этой горловины, и получилось 94. Так как 2 рукава, 94 разделено на 2, 47 петель одно плечо, 47 петель другое плечо. И смотрите, у нас 8 разворотов, да, плечо 47 петель. Но смотрите, если вот эти 8 разворотов нарисовать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, и считаем, вот начало ряд, вот конец, да, вот рукав, да, вот горловина. И считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас 9 вот этих, как сказать, промежутков. Значит, 47 я делю не на 8, а на 9. Будет 5 и 2 петли в остатке. Как я это поделила? Вот эти 2 петли в остатке, вот я с краю у рукава 6, 6, а потом все по 5 разбила. Вот этот скос плеча. Вот. Скос плеча поставила 6 петель маркер, 6 петель маркер. 5 петель маркер, 5 петель маркер, 5 петель маркер, 5 петель маркер. Все, расставила. По спинке, смотрите, как я убавляла. По спинке я разбила. Так, это, по-моему, спинка у меня. А, вот она спинка сверху. Вот она спинка. 4, 3, 2, 1. Я сократила.
Все. 4, 3, 2, 1 – это количество петель. Это значит 4 плюс 3 – 7, 7 плюс 2 – 9, 10, 55 минус 20, 33 петли центральные, значит, закрыла, если я не ошибаюсь, если все правильно сейчас сказала вам. Все, и вот поставила маркеры и начала вязать. Ну вот, как... Давайте вот для примера, типа я здесь поставлю маркеры, что это горловина, но количество петель, вот оно. Расставляете маркеры 6, 6, 6, это от рукава, вот написано рукав, от рукава расставляете маркеры по одному плечу, по второму плечу. И дальше тоже, вот тут 10 петель, вот тоже ставите от плеча, вот здесь поставили маркер, да, прям голубым каким-нибудь цветом ставите, что это начинается горловина. И ставите 1 петля маркер, 2 петли маркер, 3 петли маркер, 4 петли маркер. И со второй стороны точно так же. И вы найдете вот эти центральные петли. И все. Чтобы их потом закрыть. Вы начинаете с этой стороны, вот лицевой, да. Вот лицевой начинаете вязать. Вот. Дойдете вот до сюда, вот 10 петель, закрываете 10 петель, провязываете вот 10 петель, закрыли, да, вот этих. Вот здесь вот у вас останутся петли вот такие все, плечо и 10 петель от горловины. Здесь 10, 10, здесь начинаете вязать 10 петель от горловины и плечо, вот, и плечо. Не доходите 6 петель, разворачиваетесь, вяжете обратно. Закрываете 4 петли с этой стороны, вяжете обратно. Не доходите вот тут 6 петель, потом еще раз 6 петель не доходите, вяжете обратно. Закрываете 3 петли. И вот вяжете вот сюда, туда-сюда, туда-сюда. Пока вы вот не дойдете, вот вы закончите вот на горловине закрывать петли, все, дальше вы вяжете прямо, вот промежуточек этот вы вяжете просто прямо, ничего здесь не закрываете. А скос плеча так и продолжаете вязать, пока вы его не закончите. Заканчиваете скос плеча, все. Можно эти петли закрыть, я закрыла, можно закрыть по... открытым петлям я закрывала вот крючком, вот таким вот образом. Все. Ну и давайте я на образце сейчас для примера расставим маркеры и покажу, как эту горловину вязать. Вот расставили вы маркер, да, вот голубым цветом вы отметили горловину, да. По горловине здесь у бабочки, я уже сказала, вот он скос плеча, да. И с лицевой стороны начинаете вязать лицевыми петлями и вяжем лицевыми петлями. Мы проходим вот эти маркеры, которые у нас скос плеча идут, ну вот как я вам говорила, вот эти там 6-5 петель проходим. Я голубым маркером вот отметила, что это у нас начинается горловина. Потом мы проходим 10 петель, что там у нас идут. Так, вот они, 10 петель, что у нас идут. Мы проходим. И смотрите, и начинаем, вот центральные петли у нас будут между вот этими 10, и начинаем их закрывать. Первую провязываем, вторую провязываем и протягиваем. Можно открытыми оставить, кому как нравится. Я просто показываю так, как это делала я в этой данной кофте. В следующий раз я могу сделать по-другому. Я закрываю вот эти петли центральные. Дохожу до маркера, где у меня 10 петель. Вот они. Ну, одна петля же здесь. Нам надо вот эту петлю все закрыть. Все. Мы закрыли, этот маркер один убираем. Здесь вот у нас останется 4, 3, 2, 1. Мы только центральный закрываем. Вяжем дальше лицевыми. Вот начало у нас горловины. Это уже плечо идет. Здесь будут висеть маркеры, которые разбивают 6, 6, там 5. Мы дойдем до крайнего маркера, который у нас висит.
Мы до него дошли, убираем его и разворачиваем вязание. Мы начинаем скос плеча. Развернули вязание, перенесли вот эту петлю на правую спицу и перекинули от себя. И начинаем вязать в обратную сторону. Доходим до маркера, который у нас со второй стороны идет на убавлении. Мы же маркеры все развесим. Вот мы дошли, дойдем вот до края сейчас. Вот дошли до края. И здесь нам надо убавить. Вот мы берем вот эту петлю, провязываем лицевой, следующую лицевой и протягиваем. Все, вот этот маркер можно убрать, лицевой и протягиваем. И так мы закрыли еще так, 3 петли, да, у нас там получится. И вяжем в обратную сторону, снова до следующего маркера. И вот так вяжем поворотными рядами и вяжем скос плеча. Вот дошли до маркера, да, убрали маркер, развернули вязание. Сняли на правую спицу, снова перекинули от себя, чтобы получилась двойная петля. И вяжем в обратную сторону изнаночными. Вот, дойдем до края и снова эти петли надо у нас нам закрыть. Мы снимаем, провязываем, одеваем. И вот одна петля, это снимаем, провязываем, одеваем. Все, да? И начинаем туда-сюда вязать. Ну, тут, например, маркер стоит, у нас снова поворотный разворот. Мы делаем разворот, снимаем, перекидываем и вяжем в обратную сторону. Все, здесь мы просто потом прямо вяжем. Мы закончим, когда закончить вот эти все повороты, развороты, вы берете и все-все петли провязываете лицевыми. Вот это, вот эти развороты, вот так захватываем перед собой и провязываем лицевой, чтобы дырочки ничего не было. Следующая лицевая. Здесь вот так провязываем лицевой. Провязали лицевой, лицевой за переднюю стенку. Вот двойную петлю за переднюю стенку. Все, если хотите закрыть петли, вы их закрываете, вот эти петли. В общем, берете и закрываете их. Если не хотите закрывать, а будете сшивать по открытым петлям, то не закрывайте их. Вы вот так их закрываете. Самым обычным способом. Сильно не стягиваем. Я закрывала и потом крючком их соединила между собой. Хотя можно было и по открытым петлям сшить. Не знаю, почему я так сделала. Ну, кому как. Когда как я делаю, всегда по-разному, как настроение. Вот таким образом закрываем. Одно плечо связали, получается, да? И второе плечо, там немножечко по-другому будет, сейчас я вам покажу. Все, закрыли, ниточку отрезали, да, вот, например, да, все. Закрыли, вот такое вот плечико у вас, вот оно получится, вот здесь типа вот, такой изгиб, здесь такой наклончик, все прекрасно. Все, начинаем вторую сторону с изнанки. Начинаем, мы же закончили, когда туда вязали, поэтому обратно как мы вяжем. Мы присоединяем ниточку и начинаем вязать в обратную сторону. Здесь мы будем развороты делать по изнанке и убавки тоже. Смотрите, вот да, сейчас вот вяжем, да, до крайней петли. Вот довязали до крайней петли, да, где у нас скос плеча. Убираем маркер, разворачиваемся. И смотрите, когда мы вяжем и здесь разворачиваемся, мы снимаем петлю и на себя перекидываем. Вот двойная петля на себя, чтобы была. И дальше вяжем до горловины окончания. Провязываем. Вот довязали, да? Вот последняя изнаночная. Разворачиваемся. И вот здесь
вот здесь мы начинаем закрывать петли. Первую снимаем, вторую провязываем изнаночной и протягиваем. Ну, здесь вот эту ниточку подтянуть надо, просто у меня здесь. Снова убираем маркер, провязываем и протягиваем. Все, мы закрыли петли, вяжем в обратную сторону снова. Вяжем в обратную сторону. Блин, телефон не отключила. Убираем маркер, разворачиваем вязание. Развернулись, снимаем на правую спицу, перекидываем на себя вот таким вот образом и вяжем обратно. Проходим это маркер как раз начало горловины, ну, тут лицевым можно провязать. Переворачиваем снова вязание, перевернули. И делаем убавление. Первую снимаем, вторая закрывается. И вот здесь, видите, маркер, одна петля. Мы убираем маркер и вот так раз. И хоп, и все. Ну, тут, может, там разворота еще нету, да? Вот еще раз, повернулись тут еще. И сняли на себя, перекинули и довязываем здесь изнаночной. И смотрите, нам надо теперь выровнять вот этот весь край. У нас же там были ряды, поворот, ну, эти двойной петлей. Мы вяжем все-все петли изнаночными. И вот, вот эта двойная петля, мы заводим спицу за работу, вот так прям целиком за петлю и провязываем изнаночной. Вот, видите, двойная петля, отводим и провязываем. Вот тут две лицевые. И прям сзади вот так заводим целиком, вот в обе вводим и провязываем изнаночной. Все, когда мы это сделали, тогда мы сгладили этот ряд и все петли закрываем. Правда, у меня уже вторая сторона распустилась, пока первая, вернее, сторона, пока я эту вязала, потому что я там же не отрезала ниточку. И все, и закрываем петли. Все, скос плеча выполнен. По переду сейчас я расскажу, как я распределила петли. Там тоже идет скос плеча, то же самое, знаете, и по прямой потом. Но там я начала раньше делать вырез горловины. Сейчас расскажу, покажу. Вот. Все, закрываете петли, и спинка у вас готова. Все, вот спинка у вас готова. Правда, у меня там распустилась уже. Вот будет здесь вот такой скос плеча, здесь такая горловина будет, но здесь уже распустилась. Все, это сделали, да? Вот спинку связали, да? Все, вот она. Горловину по переду я. Вот по переду тоже, видите? Я убавляла, а вот здесь идет прямо и идет скос плеча. И смотрите по переду. Вот такие вот расчеты. 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5. А здесь идет 4, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. С этой стороны я вот таким вот методом убавляла. В общем, расставите маркер и сделайте. Но как, от скольки сантиметров? Я вот здесь, по-моему, провязала 10 рядов. Вот, вот отсюда отсчитала 10 рядов, провязала. И уже начала вывязывать горловину. Я ее раньше начала делать. Если спинку я начала делать, когда было 16 сантиметров, и скос плеча, то здесь... Я буквально вот как рукава начала вязать, вот как рукава начала вязать, провязала где-то вот такое расстояние и начала вязать горловину. И потом вот эти рукава я довязывала уже по отдельности. Когда я это все вывязала, вот как я вам показывала по спинке, здесь практически то же самое. Единственное, да, рукава я здесь еще дырочки делала, также все. И сшила, все. Когда я сшил, а нет. По переду еще такой момент. Смотрите, как набрать петли. Вот из вот этих
крайних петель я набирала. Сейчас покажу. Смотрите, вот они петли, да, лицом к себе поворачиваем. И вот они петли. Я из вот этих косичек я набирала петли. Сейчас покажу как. По-моему, крючочками даже набирала их. Берем ниточку. И вот здесь вот. Вот такое скрещивание петли есть. Вот через него я набирала петли. Сейчас крючок возьму. Вот смотрите, вот они идут, петельки вот эти наши. Если фокус захочет показать. И вот вводила вот. Вот здесь вот такое вот. И набирала петли по краю. Ну, конечно, сначала и тут посередине начала. Вот отсюда, прямо от начала, я начинала набирать петли. Вот так по краю набрала 16 петель с одной стороны. Смотрите, вот как развернуто у меня. И вот здесь прям, чтобы ну, не сшивать, я вот здесь вот так набирала. Вот из вот этих вот крестиков. Вот я набрала здесь петли, соединила и вязала туда-сюда поворотными рядами. В общем, соединяете потом вот и вяжете. Сейчас я этот момент покажу. Вот он. Вот видите? Ну, здесь немножечко дырочки есть, наверное, с двух сторон. Так. Вот. Две стороны крупным планом. Видите? Вот с одной стороны, со второй стороны я набрала прям из них и вязала. Все. До нужной глубины и делаем глубину. Закрыла, вот здесь шила, набрала вот здесь петли по кромке и связала резинку 1х1 спицами номер 3, чтобы сильно не стягивала. Вот это закрытие петель я посмотрела у девушки, канал Северное вязание. Я вам оставлю под видео ссылку, если не забуду, как закрыть вот такое вот эластичное закрытие петель. Отличное закрытие эластичной петель. Буду еще вязать. Вот здесь горловину, кучу мастер-классов есть на YouTube. Я взяла спицы, здесь набирала, здесь на спицу накидывала. Здесь набирала, здесь накидывала. Под видео я тоже вам оставлю на этот мастер-класс. Ложная кетлевка или еще там. Ничего сложного. Набрала петельки, связала резинку на 1х1. Но здесь вязала спицами 2,5, чтобы горловину стянуть. И обычным самым способом, не таким, а наоборот. Вот как я всегда закрываю петли. Вот я вам показывала на плече. И здесь точно так же закрыла петли. И все, чтобы горловина стянулась. И все, здесь шов, и кофточка наша, в принципе, готова, не знаю. Ну, вот так, в общем, получилось, и у вас так получится. Стирала в стиральном машине на режиме шерсть, 30 градусов, 800 оборотов. Ничего с ней не произошло, с ней все в порядке, все прекрасно, не растянулось. Надеюсь, я понятно объяснила. Для меня это первое такое объяснение. Но это, конечно, не полноценный мастер-класс, это просто описание. Но вроде бы все подробно. Ну, как не подробно, но рассказала, показала, как я вязала. Ну, в общем, если вам понравилось, вяжите. Ничего сложного нет, не бойтесь, всегда можно распустить. Это не ткань, которую вы отрежете и не склеите. Пряжу можно распускать хоть сколько раз и заново вязать. Ну и всем легких петелек и всем пока-пока!